Нина Изотова. Состав, акцент, тренеры Сергей и Анастасия Подкас. Бронзовые медали. Пара под номером 292. Мирон Ярцев, Мария Чичера, Минск, Танго. Тренер Илья Прокинович. Четвертое место. Пара под номером 224. Ярослав Счастный, Евросия, Герт, Витебск, Элита, тренера Юзина Бутинская и Роман Лекоступов. Пятое место. Пара под номером 285. Илья Литопор и Екатерина Муяк, Минск, Аурум, тренера Елена Леонтьева. И шестое место. Пара под номером 273. Даниил Максимович, Анна Маричева. Заставы, акцент, тренеры Сергей и Анастасия Подкас. Уважаемые друзья, не перекрывайте, пожалуйста, официальному фотографу. Ну что же, мы провожаем спортивным парный разряд. И переходим к награждению соло-категории. Первое место в финале занимает участник под номером 241 Евгений Солопов, Минск, Элит, тренер информации, тренер Виктория Шкота. Второе место, номер 233, Лидия Сапежинская, Витебская городская федерация танцевальных видов спорта, тренер Евгений Березник. Бронзовую медаль получает Ева Кузько, номер 272, Минск, Аурум, тренер Елена Леонтьева. Четвертое место, Маргарита Осипенко, номер 296, город Бобруйск. На пятом месте номер 271 Ирина Ковшер, Минск, Ауров, тренер Елена Леонтьева. И шестое место занимает Карина Штукина под номером 295, Минск, клуб «Шах», тренер Роман Абрамов. Награды вручены, самое время для памятной фотосъемки. И мы благодарим соло-категорию группы «Дети-1». Вас провожаем с паркета.